Самый старый, ты не знаешь? Типа, вот, что делает интеллигент, когда выпьет? Он собирается с другими интеллигентами на кухне и поет песни. Понимаешь, это было 70-е, ну, вот, какие песни тогда пели? Там все песни собраны. По телеку, как презентация будет? Там Никитин? Нет, я хочу ее найти. Я по телевизору смотрел, там Никитин выступал, а Кужа выступал, потом эти вот... Пришло время, зима, прошло время. Василий Калинин, два брата, два брата, потом еще. Это значит, Митяй, он всех, я не все песни, самые свои пели, знаешь, на которых они выросли. На которых не выросли, а которыми выдерживали давление. Похвал. Остался один с
рассыплою капли, дождями смешались, пролетела мечта лебединым крылом. Ах, осенняя серая, это усталость, пролетела мечта лебединым крылом. Ах, осенняя серая, это усталость. Это тоже опыт, да? Не то, что это. Не душа. Это тоже любимая его песня. Ты сказал сам сочинил? Нет, он только музыку написал, вот эти песни. Там, понимаешь, что я скажу? Там вот это. А? Ну, это не играл.
Там, понимаешь, смысл в чем? Там, на самом деле, по-моему, Мукай даже богаче. Там... Почему-то вот у этого, у Наумника, да, у Майка, почти все песни вот именно в этом строе. Мне нравится, как песня Гуру подобна. Кто? Песня Гуру. Здрасте, я родом из Бобруйска. Я Гуру, что по-нашему значит учитель. Он очень хорошая песня. 6 утра, помнишь песню? Лето. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня слышу Ленсовет. Так будет то и будет это. А не сходи ли я туда? Да-да-да-да. Лето. Все хулиганы при гостедах. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда. Да-д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 а. Лето. Нет, нет. Есть.
ре нужно переходить. А ше? Ну нет, это там. А, пум, 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 а ше? Ну что, барел здесь поставь так? Ну, я знаю, что это такое. Ну вот это как там ты делал? Тум-тум-тум-тум. Что ты делаешь? Как ты здесь делал? Как ты здесь делал? Как я здесь делал? А вот как я. Ну вот. Ничего так. Да ну. Что-то я вообще не помню, как там. Да куда ты делаешь? Ре поставь. Да подожди. Вот, закончим. Свечи мы правы,
сочтемся. Стукачи. Громче немножко поговорить. Если надо, то сядь, посучи. Вот такие уж мы, лавкачи. Зато никто не стоит нам душой и не ворчит. Завидуют нам мужья, рычит.